Sharp 3500 после полной реставрации на лавке с комплектом резинотехнических изделий номер один. Номер два не применялись. На одной полочке с значительно большими колонками Technics SB2450, замененными низкочастотниками и кроссоверами. 8 Ом полностью соответствует аппарату. Замена конденсаторов на фирменные японские. На одной полочке стоят. Демпфирование очень хорошее у аппарата. Подвесочка работает. Кассетника стороны А, Б здесь имеются на реверсе, воспроизводится пластинку, не нужно доставать, переворачивать, проигрыватель, выигрыватель. И так отлично работает с хорошим новым пасиком, без слышимой детонации, естественно. Особенность аппарата — две пары колонок А и Б. Минимальное сопротивление 8 Ом. Эти колонки мощные, теперь с новыми басовиками мощными, соответствуют по сопротивлению и играют отлично с этим аппаратом. Выключаем пластиночку и включаем магнитофон. Прослушиваем, как он играет. Зашкал высоких.
вот так нажаты. Хороша эта разновидность VZ3500. У него имеется индикатор по канальной уровне сигналов, радио также. В этом месте у меня не очень хороший прием, но ловит отлично сам аппарат. Тут, конечно, потребовался полный капитальный ремонт, не побоюсь этого слова, почти реставрация технического аппарата и восстановление до паспортного значения всех показателей. Очень хорошо получился кассетный отсек. Меньше 1/10 детонация, по 1 взвешенная. Ну, это уровень неплохих дек кассетных, который является вот эта панель магнитофона. Новый ролик, новые пасеки. Идлер. Отличная тяга. Перемотка получилась. Во все стороны четко все срабатывает. И несношенная магнитная головка дает яркий, сочный звук. Обзор отремонтированного шарпа на этом заканчиваю. Держитесь там, кто бы вы ни были, и всего вам доброго.